До начала ВМРЛ 9-го открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia остается 9 дней. А пока полным ходом идет приемка площадок, на которых в скором времени юные специалисты покажут свое мастерство. Напомню, целью проведения регионального чемпионата является повышение значимости и престижа рабочих профессий, а также профессиональная ориентация школьников, привлечение молодежи в реальный сектор экономики Республики МРЛ и выявление лучших представителей профессий среди молодежи. В этом году участники соревнования покажут свое мастерство в 33 компетенциях на 12 конкурсных площадках, организованных в профессиональных образовательных организациях республики. Часть из них уже была проверена на соответствие высокому уровню конкурса. Сегодня пришел черед еще двух СУЗов республики, на которых размещены сразу 7 конкурсных площадок. Подготовка к WorldSkills состоит из нескольких составных частей. Что очень важно, это оснащение технологическим оборудованием, соответствующим последним требованиям. Вот, и на каждой площадке мы специально, конечно же, экспертная группа принимает каждую площадку. Но у нас тоже представляет интерес, значит, на сегодняшний день соответствует ли технологическое оборудование тем мировым стандартам, которые предъявляются в чемпионате WorldSkills. И сразу же мы спрашиваем, на будущий год уже задел какой может быть? И существует алгоритм. Да, на сегодняшний день мы убедились, все наши площадки соответствуют этим стандартам. Но что предстоит нам сделать на будущий год, мы узнаем уже только по итогам национального чемпионата. Сейчас региональный чемпионат, мы сформируем команду, самых успешных направим на национальный чемпионат. В этом году он состоится в Уфе. Где-то в сентябре месяце мы уже будем знать, какие требования будут предъявляться на будущий год, потому что те требования, которые сейчас существуют на национальных площадках, они будут соответствовать требованиям на региональных площадках на будущий год. И вторая часть. Конечно же, нужно иметь конкурентоспособную команду. Это уже качество преподавания. А качество преподавания, опять-таки, взаимосвязано с оснащенностью технологической. Сейчас мы имеем из 32 специальностей 7 специальностей, специализаций. Они служат еще и тестовыми площадками при учебном процессе. То есть экзамены, все, уже весь учебный поток сдает именно по требованиям WorldSkills. И таким образом мы должны сделать так, чтобы все наши площадки в том числе и служили тем требованиям, которые есть. Более подробно о подготовке к чемпионату и о наших юных земляках, которые уже являются членами российской сборной WorldSkills Russia, смотрите в наших следующих новостных сюжетах.